Итак, друзья, сегодня мы с вами празднуем главный праздник Петропавловска-Камчатского – День ВМФ. Впрочем, этот праздник главный не только для Петропавловска, а для всех приморских городов. И не только приморских, например, Хабаровск не стоит на берегу моря или океана, но тем не менее там имеется Амурская флотилия, поэтому для них это тоже праздник. Сейчас мы с вами находимся на главной площади Петропавловска, театральная площадь или площадь Ленина, кому как интересно, и видим, идет подготовка, последняя подготовка к началу праздника. Выставлена военная техника. Народ тусуется туда-сюда в ожидании праздника. Вот стражи порядка внимательно следят за окружающей обстановкой, чтобы не было пьяных. Вот такую фотографию я где-то видел и решил тоже снять. Вот, но, в чести сказать, камчатцев пьяных я не видел. Так что все прекрасно. Вот объявили по радио, что начинается начинается парад кораблей, ну и всякие морские действия. И вот народ ломанулся сюда, на берег. Вот корабли выстроились в парадном строю. И сейчас начнется сам праздник. Вот сейчас мы видим катер командующего Камчатской флотилии, который обходит все стоящие на параде корабли, поздравляет с праздником. Моряки дружно отвечают троекратным «Ура!». И вот так вот каждый корабль обходит. Вот такой красавчик присоединяется к остальному парадному строю кораблей. И сейчас уже непосредственно начнется сам праздник. Он поднял такую волну. Вот и началось. Вот только вот этот катер полиции стоит немного не на месте, выгораживает. Ну вот, появились пираты. Сейчас их будут задерживать. Подходит судно береговой охраны, и сейчас они успешно задержат пиратов. Выстрелили
Привлечение внимания игнорируют. Требования об остановке не выполняют. На предупреждение намерены применить оружие и реагируют. Боевая тревога. Предупреждение стрельба в отсюда нарушителя. Угол места 45. Выполнить наводку. Наводка выполнена. Первое предупреждение на очередь. Огонь. Начальник пограничного управления дал приказание выполнить стрельбу на поражение. Цели огонь. Вот и все. Пираты успешно пойманы и отбуксированы в порт Петропавловска-Камчатского. Вот пошла торпеда. Вот она взорвалась. А вот теперь в дело вступают тральщики. Вот он идет сзади, как видим, трал. Тральщики. Они проходят какой-то фарватер, очищают от мин, которые установлены под водой. Вот мина взорвалась, мину затравили, взорвалась и фарватер чист. Кстати, я служил на таком тральщике, как раз служил минером, и это моя работа. Все, фарватер очищен, и тральщик уходит на базу. А мы здесь тогда стоял. Ну а теперь начинается инсценировка морского боя. Хочу сразу сказать, наши победили.
Вот и все. Военный парад кораблей окончен. И присутствующие на этом празднике люди готовятся к параду сухопутному. Итак, начинается сухопутный парад. С глубокой признательностью хочу обратиться к ветеранам военно-морского флота.
многие из вас, флотских офицеров, мичманов, старшин, матросов запаса, продолжают сегодня свой трудовой путь на предприятиях в организациях края. Я намеренно не говорю бывших, потому как знаю по себе, бывших военных моряков не бывает. Спасибо вам за службу, за верность присяге и преданность родной земле и ее жителям. Спасибо за то, что эти замечательные качества сегодня вы передаете молодежи. Продолжая тем самым славные флоты Камчатки. С днем военно-морского флота! Ура! Ура! Видеообращение вам, военные моряки, адресует заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Яровая Ирина Анатольевна. О, блин, это еще... Доблесть и слава, традиции и честь, верное служение Отечеству. Я прошу прощения за некачественное видео, потому что место удачное занять не удалось, поэтому пришлось снимать с руки. Вот и все. Парад закончен, и морской, и сухопутный. И люди привычно расходятся по шашлычкам. Их здесь достаточно. Да и я, пожалуй, проголодался. Наверное, тоже загляну я в шашлычку.